Привет, друзья! С вами Андрей Шаура, международный мотивационный спикер. И мы сегодня с вами поговорим о том, каким путем ты идешь. Что ты выбираешь, иллюзию или реальность? 90% людей на Земле живут в иллюзии, а необходимо научиться жить в реальной жизни. И давайте с вами об этом поговорим. Предположим, вам 40 лет, и у вас есть в жизни цели, которые вы еще не достигли. Ну, нормальные люди желают иметь дом, две машины, путешествовать в год хотя бы 3 раза с семьей за границу, и на все это необходимо иметь деньги. Так вот, дом, скромный дом, стоит, я так думаю, 10 миллионов. Это очень скромный дом на самом деле. Две машины новых 2012 года для жены, для себя. Ну, скромные. 4 миллиона. Это две машины. Это будет 14 миллионов. И 3 поездки в год. Очень скромно. Очень скромно. По 350 тысяч рублей. То есть, миллион минимум надо на поездки. И получается 15 миллионов... необходимо только для того, чтобы достичь небольших вот этих целей. А помимо этого, обучение, одежда, питание, помощь людям, развитие в разных областях. И вот если тебе сегодня 40 лет, и ты планируешь всего этого достичь, то давай рассмотрим реально, сколько сегодня ты зарабатываешь и какой процент от своего дохода ты ежемесячно откладываешь для того, чтобы реализовать свои цели. Так вот, для примера рассмотрим, что человек зарабатывает, ну, у нас в России 50 тысяч рублей. Я беру специально 50 тысяч рублей, даже не 20, не 30, 50, чтобы было легче считать. Теперь давайте рассмотрим, сколько реально каждый месяц от своих доходов ты откладываешь, от своей заработной платы, от классического бизнеса. Большинство людей, правильно, я с вами согласен, не хватает на кредиты, на питание, то есть все, что зарабатываем, отдаем. Так вот, если 10% даже откладывать, хотя желательно 20%, то это 5 тысяч ежемесячно. То есть если ты 50 тысяч зарабатываешь, и ты 10% откладываешь, это 5 тысяч рублей в месяц. Умножаем на 12 месяцев, за год 60 тысяч рублей. За год 60 тысяч рублей получается. За 10 лет 600 тысяч рублей. За 20 лет получается 1 миллион 200. Тебя это устраивает? Тебя устраивает, если тебе сейчас 40 лет, и через 150 лет ты это все получишь? Тебе надо в старости иметь то, что ты хочешь? Нет, ты хочешь сейчас. Для этого надо начать жить реальной жизнью. Отказаться желательно от игр на какое-то время. Отказаться, возможно, от ресторанов, от баров, от дома 2, от дома 3. Я не знаю, что ты любишь. Может быть, найди меня, ищи ее. Речь идет о том, что жить надо сейчас. Есть множество возможностей, чтобы достичь своих в жизни результатов. И у вас есть точка А, это когда вы родились, и точка Б, это когда вы уже, ну, оказались в хорошем месте. И вот смотрите, дорогие друзья, вот точка А, вот точка Б, остров. На острове есть все. Там есть манго, там есть мангостины, там есть бананы, там есть рыба, там есть морепродукты, там есть джакузи, бассейн, там есть множество ресторанов, там есть все для того, чтобы ты жил и наслаждался жизнью. Вопрос, каким ты путем туда пойдешь? Есть короткий путь. Большинство людей выбирают сложные пути, поэтому не добиваются результатов. Кто-то прыгнет в океан и поплывет. Как вы думаете, быстро такой человек окажется в точке Б на острове? Кто-то возьмет лодку и будет гребсти. Но я вам хочу сказать, что есть скоростной катер, вон там он стоит,
который за 2 минуты с точки А в точку Б довозит любого человека. То есть вы можете очень быстро прийти к своей цели. И сегодня мы знаем много интересных возможностей, которые позволяют добиваться своих результатов в жизни, затрачивая на это всего от 1 года до 5 лет. То есть, начав сейчас, вы можете за 1-5 лет, используя тайные знания, используя определенные возможности, о которых мы поговорим в следующем видео, вы можете преуспеть. То есть вы выходите за 1-5 лет на такие знания, которые вам позволяют получать удовольствие от всего. У вас, естественно, будут доходы в месяц от 10 тысяч долларов и более. Вы сможете через год 5 лет приобрести себе дом, несколько машин, путешествовать по миру. Вот такая поездка стоит, не буду говорить, но очень дорого. Многие люди за несколько лет не зарабатывают столько. А вы будете это делать за месяц, за 2, за 3. Вы, главное, поверьте в себя. И какой путь ты выбираешь, определись. Или телевизор постоянно, постоянное кафе, дискотеки, дыщ-дыщ-дыщ. Что ты выбираешь? Лежать постоянно на диване, телек смотреть. Я не знаю. Я выбираю реальность. Я отказываюсь от иллюзии. Потому что только реальность позволит тебе достичь твоих целей. Да, тебе придется отказаться от определенных моментов и начать делать то, что тебе не нравится. Но запомни, к успеху можно прийти, только делая то, что ты на сегодняшний день не любишь и не умеешь. Если мы откажемся от старых привычек и каждый день будем развивать новые хорошие навыки, и если у нас будет отличная возможность, а возможность она есть, если тебе интересно, добавь меня на канале в YouTube или в социальных сетях, Одноклассники, Контакт, Skype. И мы поговорим с тобой о том, как любой человек, пенсионер, миллионер, студент, предприниматель, инженер, благодаря новым возможностям преуспеет и добьется именно не иллюзии, а реальность. И все будет у вас, что вы захотите. Спасибо, с вами был Андрей Шаура. До встречи в следующем видео.